Ну что, народ, всем привет, с вами, уже даже забыл свое имя, но ладно, я с вами. Друзья, это PUBG Mobile. Я понимаю, что многие из вас хотят либо хоррор, кто-то хочет ВМЖ, а кое-кто вообще хочет Грэнни посмотреть. Я даже уже не знаю, что там смотреть, поэтому, ну, я просто не успел ничего заснять больше. А PUBG Mobile у меня просто под рукой на телефоне, поэтому так все происходит. Но дальше я реабилитируюсь сегодня, я там поищу хорроры, посмотрю, что можно, что нельзя, что запрещено, что легально, и что-нибудь таки сниму, может, уже и завтра. ВМЖ скоро, чтобы вы знали, поэтому, когда ВМЖ, ребят, для тех, кто спрашивает, это постоянно скоро, очень скоро, возможно, даже на этой неделе. Ну, это же надо еще успеть все смонтировать, поэтому давайте немножко поиграем в PUBG. Немножечко побомбим, немножечко там кого-то прибьем, петушар этих гребаных. Ну что, поехали? Вперед, блядь! Куда летим мы с пяточком? Большой-большой секрет. Чё тут возле меня кто-то летит и сгнит? Я пока никого... Погоди. А, вон один, блядь. Давай в домики. Так, ну я думаю, тут автомат найдется какой-то. Засраненький. Калашик там или М-ка. Мне принципиально. М-ку куда летишь, дебил, кусок? Баба, ты чё? А, револьвер. Охуенно. Кто-то ходит. Там стреляют, тут ходят. Здесь. Здрасте. Шлем. Патроны. Спасибо. Отдыхайте. Тут еще стреляли. Вон, 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 вон. Ты, блядь, что за хуй с горы? Блин, я нигера убил. Оу, щит, все. Это конец. Тю, напердел тут дыма. Зачем? Тут еще один. Еба. А где? Ага. Ага. Дебила кусок, блядь. Ты на кого пикалку поднял, сука? Отдай мне свой скарик, уродец. Глушительный пистолет, это круто, конечно. У меня калаш. Тут вас полутали, мальчик, да. Так. Так, а это бот стреляет. Это 100% стреляет бот. А у меня звук на максимум. Да, на максимум. А это уже не бот. Тихо. Ребят, что вас так много здесь, блядь? Пипец.
Спасибо, конечно, зовут, но, ребят, медом помазано или что? Так, надо бы тачку найти. Все, у этого мальчика больше ничего интересного. Граната. Так, хотя бы коллиматор есть, но это херово с коллиматором бегать, я вам так скажу. Это очень все херово. Где я? Я могу сбегать вон в те домики. Сейчас посмотрим, тут же не долутали, уродцы. Петушары, ёбаны. Опять кто-то идет. Ага. Пидарина. Ты смотри, блядь, ты смотри, ты почти меня убил, петушара. Какой гнида. Почти убил меня, козел. Ах ты ж, сучка. Блин, у меня этих нету никаких там энергетиков. А ну давай энергетик. Вот видишь, послушный мальчик. Ты вы видели это? Фу, какой гад. Негодяй. Чуть не убил меня, чуть не засрал такую катку. Я возмущен. Так, 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 так. Вот это уже, по-моему. Давай, заряжай. Это охрененная вещь. А, так нормально. А, так нормально будет. Так, мне нужен этот. О, шлем. Патроны. Так, ладно, можно бежать, короче, к тем домам, где я поставил. Зона, кстати, скоро сужается, но я в зоне нормально. Мы прибыли, вижу тачку. Бля, тут вот она. Там стреляют. У меня, к сожалению, не те прицелы, чтобы играть на дальность сейчас. Мне бы хотя бы 4x. Показалось. Погоди, вижу. Прикольно. Честно, в последнее время я так много не убивал. Вот где-то 8 убийств я занимал топ-1. Ну что-то тут мне повезло с людишками. Давай сходим, полутаем, я надеюсь. У него 4x есть. Ага, вот ты. Да шо вы все такие бомжары, блядь. Этот дом лутан. Но здесь можно засесть на некоторое время. Посмотреть, какая зона будет. Чё у меня с... Ой, блин, 25 бинтов и ни одной большой аптечки. Кайф. Это хорошо вообще. Ни бронежилета сраного нет, капец. Зато бомбежка. Так, давайте посмотрим. Есть ли у нас тут какие-то непослушные мальчики? Негодяи, петушары. Пока никого не вижу, но они придут. Они по-любому придут, блядь. В общем, в доме сидеть скучно, но там стреляют. Вот. Он стреляет, а мне нужны прицелы. Мне броник нужен. Правда, его броник я, скорее всего, ёбну.
если он мне попадется. Но это не точно. Вполне возможно, что он меня выебет. С моим броником. Взял. Блять! Серьезно? Идет. Что, я не попал, блядь? Ох, ебать, там весело. Я иду. Вон, вон, идет, идет. Сейчас будет перестрелка. Тут еще один. А ты куда собрался? Мальчикам не мешай, блядь. Тихо. Блять! Нихе-хо-хо! Весело! Ух, ебать! Это школьники бомбят! Это точно бомбят школьники! Так! Их там двое. Должно быть двое. Один или двое. Пока никого не вижу. Что там так тихо? О, пацаны! Я вас видел, выходите, не бойтесь. Так, я надеюсь, он мне аирдроп тут не выбросил, блядь, а то сейчас поприлетаю тут. Не понял прикола. Были там. Теперь их там нет. Вон его тачка. Где он сам? Ага. Что ты там делал? Сал, я не могу понять, что это было? А-а-а, лутался мальчик наш. Ну, какой молодец. Так, а ну возьми. Бля, шо, уже места нет? Чё, дебил? Выброси. Ебать, аптечек! Не, ну я, конечно, понимаю. Так. Так. Охеренно. Кар. Кар, кар, а... Блядь, не, я лучше побегаю с пулеметом, ребят, серьезно. У вас есть бронежилет хороший? Лё. Бля, ну это все равно лучше, чем первый. Так, еще 33 патрона. Это у меня кто? Вот так. Ух ты, сколько люта. Ляка люта. Это можно выкинуть. Это оденем. Иди, аптечки. Ну, две аптечки нормально будет. Хотя, не, нихуя не нормально. Шо выбросить, шо выбросить, блядь. Выбросить 6 штук. Взять бинты. Выбросить. О. И теперь патроны. Капец, я долго это делаю, блядь. Все. Заебись. 4x. Блядь, не хватает места. Ну, блядь. Сейчас.
Вот так уже лучше, да? Движемся туда, в тот дом, прям который вы видите справа, но там стреляют уже, блядь. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Блять, надо сваливать. Блять, что, а где FPS? Ой, там все не очень хорошо. Едь себе, глупец. Ох, блядь. Спокуха. Вижу. 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 Бля. Ну окей. Это обидно. Ладно, друзья, 10 кивов, по-моему, пока нормально. Я буду тогда пока закругляться. Мы еще обязательно поиграем. Собака, блядь. Ну ладно. Окей, друзья, всем пока, ребят, до новых встреч. Дальше будет лучше, дальше будет больше. У меня наконец-то началось лето. Я очень рад и плачу. Ладно, друзья. Всем пока.